О, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы с вами начинаем разыгрывать 15% скидку на игру «Thief». И как вы видите в левой части экрана, я пишу программный код для того, чтобы выяснить, кто же будет нашим победителем. И как вы можете заметить, я там действительно хорошенько ошибаюсь, потому что нафиг забыл синтаксис питона, но ничего, это легко вспомнить. Что мы, собственно, и будем делать в наших уроках, но сейчас не об этом. Итак, у нас есть 7 человек, которые участвовали в розыгрыше. Победитель определится вот этой вот программой, которую я сейчас пишу. Она выдаст рандомное число от 0 до 6 включительно. И, соответственно, мы будем выбирать, кто же из наших участников победил. То есть первый участник — это, естественно, нулевой участник, а последний — это шестой. Ну вот примерно так. И как видите, я написал эту программу, и теперь мы ждем победителя. Победил! Вот этот вот парень отличен, давайте теперь быстренько его напишем и пришлем ключик. Отлично, теперь мы перешли в контакт, нажимаем на победителя и отправляем ему сообщение. Да, все так просто. Я скрыл лица и фамилии всех участников только потому, что не хочу, чтобы им писали недоброжелатели. Так что подписывайтесь на канал, заходите в группу, мы с вами сделаем много всего интересного. Такие дела.